Ну что, снова всем привет. Снова с вами ваш веселый дед. Играю я вторую серию на этой неделе на Evolve RP. Сервер номер 2. Микрофон работает. Все нормально. Поехали. Сегодня я, ребята, немножко задержался. Были у меня домашние дела. Вот, время сейчас, ну, видите, наверное, без 27 вечера. О, такси есть. Парень, ты тоже таксист? Давай, бери машину. Эту, а я возьму машину эту. Мне это больше понравилось. Она покрашена лучше. Да. Чего надо? Привет. Не злись на меня. Я не злюсь на тебя. Блин, это надо, сколько он меня ждал. Обычно я в 6 захожу. Сейчас уже без 27. Джереми Харрисон. Представляем. Так, ну, подождите. Да, действительно, надо ввести эту самую команду, чтобы мне не бесплатно ездить. Так, ну что, пойдемте поищем какого-нибудь клиента. Клиентика, поищем, клиентик. Ты клиентик? В трусах. Там столько клиентов спит. Во, сколько нас тут сразу таксистов приехало. Аж трое. Садись к деду. Не, не хочет. Правильно, парень. Нечего здесь делать. Один уехал. А мы еще стоим. Густав еще стоит. А вот тоже можно... Ну ладно, не буду я. Слишком тут большая реакция, хорошая реакция нужна, чтобы откликаться на эти самые... Send call. А может, и успею? Давайте попробую. По крайней мере, так ее сейчас введу, чтобы она у меня была. Вот, 481. Может, я что не так ввел? Это вот так надо... 1-4-2. 4-2. Не, что-то у меня не срабатывает. Ладно, бог с ним. Буду так ездить. Не видать здесь клиентов таких простых. Стучит в окно. А что ты стучишь в окно? Садись в такси, я тебя довезу куда-нибудь. Эй, вояка, военный, садись. Взял, обежал вокруг такси. Францеско. И не сел. Во, вот это вот будет мой первый клиент сегодня. Дождался я, наконец-то. И сразу на паузу сел. Томас, ты давай говори. А, наверное, на GPS вышел. Грув. Поехали к бандитам. Поехали к бандитам. Отключаем ограничение по скорости. Поехали к бандитам. Вот, видите, все-таки дождался, дед. Как говорится, не надо никуда спешить. Потихонечку играешь себе таксистом. Ездишь по всему штату. Отличная работа. Не знаю, мне в последнее время... Я уже говорил в прошлом ролике. В последнее время очень нравится, значит, работать за таксиста. Аккуратненько поедем по нашей полосе. Так, а как мне его лучше довести до банды? А, знаю, я уже маршрут проработал. Как я его повезу? Я вроде... Я все на эту команду смотрю. Джереми. Джереми опять тут. Все рядышком. Интересно, у этого Джереми... Денег, наверное, куры не клюют. Парень ничего здесь не работает, не зарабатывает. Хотя он, может, в другое время играет. Сам для себя. А вечером... Гоу. Это я не понимаю. Ты сказал в Гроув тебя отвезти. Я тебя туда и везу. Парня занесло на повороте. Понимаю. Вот этого не занесло. Этот прямо поехал. Молодец. Ехать так ехать. Что тут всякие дороги? Можно и по бездорожью.
Чего он мне тут что-то по-английски пытался написать? Парень, я русскоязычный дед. Я английский не понимаю. Не понимает. Блин, я ведь не так хотел ехать. Хотя, в принципе, ладно. Сейчас опять немножко нарушу правила. Поеду по встречке. Нет, не поеду я по встречке. Поеду я правильно. Блин, нет, все-таки по встречке получилось. Ну ладно, я так аккуратненько по встречке, ребята. Надеюсь. Вот, кстати, полиции здесь надо караулить. По крайней мере, меня. Я уже который раз здесь так езжу. Так, ну ладно, я не знаю, что он мне тут писал по-английски. Я его везу в Гроув. К зеленым бандитам. Если он захочет куда-то в другое место. Ну, в принципе, опа, опа, вот это вот Джереми совершил аварию здесь. Этот Джереми просил меня его не ругать. Ну, ладно, я его не буду ругать. Он, у него, по-моему, сейчас будут там неприятности с полицией. Нет. Полицейские куда-то торопятся в другое место. Им не до Джереми. Хотя авария была такая крутая. Так, ну, по крайней мере, это Томас Диллер. Томас Диллер. Не выпрыгивает из машины. Значит, его устраивает то, куда я его везу. Как я его везу, по крайней мере. Поедем в самое логовое, Гроув-стрит. Меня там, наверное, сейчас бандиты... А вообще там есть кто-нибудь или нет? Судя по карте, там никого... А нет, есть. Есть маркер, даже не один. Так что туда я тебя не повезу. Вот все. Выходи. Молодец. Спасибо, говорит. Так я не понял, чего ему надо было, чего он от меня хотел, когда писал мне что-то английскими буквами и даже словами. Нет, ну все-таки мне вот это интересно. Может, не надо пробел ставить? 100. Да нет, без пробела никак. Блин! Дошло, деда, дошло. До деда доходит. Как до утки. Так, вот какая команда нужна. Все. Буковку одну неправильно написал, и все. Так, 251. 251. Я принял вызов. Так. Ну и? Может, маркер какой появился? Куда мне ехать? На карте. Ну вот, парень меня будет ждать где-то. А где он меня будет ждать? Непонятно. Вот это как-то какая-то недоработка. Или я что-то не сделал? Так. 29. А, вот как, надо еще отказаться. Что-то я... Ух ты! Заправка, интервью, обмен авто. Отменить.
Как интересно. Так, сейчас попробую еще разок. 174. Так, нет, вот, 3. 3. 3. Таксист Илья принял вызов 3. Ничего не понятно. Не, все, ну вас в баню. Ну, баню с этими вызовами. Машина у меня. Джереми мне всю машину расхреначил. Ну, не только он, конечно, но он тоже постарался. Друг мой лепший. Так, как бы мне тут встать? О, сел ко мне Анди. К пляжу Санта-Мария, без проблем. Вот уж до пляжа-то... Блин, да что вы сегодня так ездите-то все? Неаккуратно. Так, все, вот здесь меня уже... Там наверняка полиция... Да куда ты выскочил-то? Садись, опять не ту кнопку нажимаете. Тут такой этот самый... Вот надо так ехать, не нарушая. Он по полиции уже едет. Чтобы не попасть, значит, на встречку. Потом, не знаю, вот здесь вот так вот, наверное, развернуться. Черни, ты достал уже, а? Я попрошу админа, чтобы тебя забанили. Я тебя не буду ругать, я просто попрошу админа, чтобы тебя забанили. Напишу Максиму Кудрявцеву. Уж сколько раз ты меня это... Я уж и ругал тебя, и прощал тебя. И опять ругал, и опять прощал. Так, ну, опа, проскочили. Так, его мы везем на пляж, значит, скорее всего, ему нужно это. Вот сюда. А, уже спасибо, говорит. Все, могу, значит, остановиться, чтобы ты спокойно вышел, парень. Молодец. А вот смотрите, объясните, опять у меня вопрос появился. На этом сайте здесь, вот здесь были вертолеты, я помню прекрасно. По крайней мере, на первом. Здесь их теперь нет, на втором их нет. Вот их вообще тут нет, или просто мне так не везет, что я когда сюда приезжаю, они все разобраны. Вот кто знает, ответьте мне на этот вопрос, пожалуйста. У деда постоянно в последнее время... Все, вопросы, вопросы. Ну а что? Вся жизнь состоит из вопросов, из ответов. На некоторые вопросы не бывает ответов. Но, надеюсь, на этот вопрос все-таки ответ найдется. Да что ж вы все сегодня такие агрессивные-то? Ух. Жесть. Ну ладно, в принципе, я куда хотел ехать, я уже почти доехал. Мне надо машину поменять. Кстати, не забыть поставить опять тариф. Тарифчик. Вот здесь хорошо, что мне нравится. Я знаю, где здесь находятся, значит, таксопарки. И, в принципе, здесь нет такой штуки. Мне, в принципе, да и любому таксисту сразу доступны все машины. И такси бесплатное здесь. Вот это мне очень нравится. Хотя, с другой стороны, на Аризоне в этом смысле посложнее, конечно, но эта сложность добавляет интерес, это понятно. Так что все нормально. Не, все, ребята, не буду я ни микрофон. Не, показалось, отключился. Не буду я по вызовам ездить. Я буду ездить вживую. Вживую буду ездить. Живое общение. И поеду я опять к мэрии. Откуда я взял, значит, того предыдущего клиента Томаса, которого я отвез на пляж. Ну вот, примерно я нормально припарковался. Так, давайте, народ. Ой, сколько здесь народу-то. Хочу что-то там. Парень пишет. Садись, Антоний. Антоний, садись. Не хочет Антоний садиться. А, тут стоит, кстати, машина фермера. Фермер набирает себе работяг, скорее всего.
Какой затор здесь. У мэрии всегда тут так многолюдно. Кстати, да, я не знаю, смотрели вы прошлый мой ролик или нет. Я прошлый ролик по... Что вы все сигналите-то? Давайте я тоже посигналю. Московский «Спартак» чемпион. Ой, нет, тут, ребята, что-то у вас такое творится. Что, Джереми Харрисон тут стал? Не по делу. Тут какой-то беспредел. У меня уже уши заложило. Не, поеду я куда-нибудь в другое место. Такси, я стоял. Он кричит «такси». Ладно, найдешь ты себе такси. Тут таксей много. Так, а куда же мне ехать? А, знаю куда. Знаю, куда ехать. Кстати, надо выключить это ограничение. Я знаю, куда ехать. Я вспомнил, чего у меня нет, чего у меня было. А теперь у меня этого нет. Кстати, вспомнил только сейчас, вот когда я здесь проезжаю мимо. Ведь когда меня, значит, посадили, я там отсидел. Естественно, перед тем, как меня посадить, у меня забрали все мое оружие. А был у меня калашник. Вот. Так что мне пришлось купить снова. Но это я так и хотел. Джереми, у меня прям как хвост. Хвост за мной. Хвост. Джереми, тебе бы хорошо это... В разведке работать. Служить, вернее. Следить за кем-нибудь. Правда, не знаю, получился бы из тебя разведчик. Разведчик в этом смысле. Правда, ты от меня не прячешься. Опять я подобрел. Ладно, Джереми. Админы, не баньте его. Не буду я писать Кудрявцеву. Отходчивый у вас, дед, отходчивый. Другой бы на моем месте уже этого Джереми... Ладно, не буду говорить, что бы он с ним сделал. Блин, вот единственный... А, блин, это ж не столб. Это вообще отбойник, здесь хрен проедешь. Ну вот, только взял новую машину. Так, где я заблудился? Давай, выезжай. Выезжай, дед, из кустов. Ну все, финиш. Здесь что, вообще не проехать? Печально. Вот там поедем. Джереми хитрый, не поехал туда, куда дед. Поехал, в тупик. Так, ну ладно, это все мелочи. Двери сейчас отвалятся. Опа, ну давай, захлопывай эти двери. Не захлопываются. Ну ладно, бог с ними. Так, оружие я купил, если что. Аккуратнее с дедом. Может, этого Джереми пристрелить? Не, ладно, не буду. Давайте, клиенты, садитесь. Нет, сначала к этому садитесь, он первый подъехал. К Томми. Вот, правильно. А теперь ко мне. Видите, как все аккуратненько. И я уехал. А теперь ты мне говори, куда тебя везти. Маурико. Маурико. Маурико молчит пока. Вот. До мэрии. Блин, опять к мэрии. Ну, поехали к мэрии, Маурико. Нет проблем. Вернее, проблема есть. Там у мэрии очень... Что-то оживленное происходит. Да, Маурико, ты пока поспи. Поспи. Отдохни. А дед тебя довезет с ветерком, с огоньком. Особенно если отключат еще ограничения. Вот. Маурико. Сейчас буду мимо полиции проезжать. Но я, ребята, перед законом чист. А нет, это не мимо полиции. Полиция там у мэрии. Так, ну вот. Как-то нет. Так, где тут есть припарковаться? Негде. Негде припарковаться, деду. О, не, во, есть, нашел место.
Давай, выходи. А я тут постою. Вот что мне не нравится, как вы говорите, по РП играть. Когда ты пишешь ММ, видели, вот сейчас там написано всякую хрень. Можно такую хрень написать, можно так человека обидеть. И это будет представляться, как будто факт свершившийся. Вот, начал он там, а вместо машины можно было написать что-нибудь другое. Это мне очень не нравится, поэтому я, кстати, перестал сейчас по РП играть. Ну, выдумывать всякие там. У меня как-то давно было, помните, если кто давно меня смотрит, еще на сервере SVL, я там выдумывал, как мы на охоту ездили, там, как кабана застрелили. Спасибо, спасибо, Джереми. Ну, как мне на Джереми обижаться? Он меня деньгами снабжает. Ладно. Такси пятый левел. Чего такси пятый левел? Пятый уровень. Опять мне колесо прострелили. В Лас-Вентурасе, которые... Понятно, значит, надо везти в Лас-Вентурас. Блин. Да, я. Да, я. Давид. Ламборгини едет. Классно говорит с дедом. Я в ролике. Да, ты в ролике. Так вот, куда тебя везти? Дай мне это сообразить. Да. И дай мне сообразить, что ты от меня хочешь. GPS. Так, по работе выбрать. Нет тут ничего, вот видите, про такси. Может, важные? Тоже нету. База организации, все-таки таксисты это организация. Нету. Не знаю, куда тебя везти. Отмена. Так. Сейчас я ему напишу. Везу в Лас-Вентурас. Там дорогу покажешь. Точка. Все. Джереми, да, Джереми, все с нами. Блин, да что ж такое сегодня творится? Пух. Мне главное, выехал на встречку, я отворачиваю вправо, а он еще более тоже с его стороны влево. Жесть. Я преследую его? Нет. Так он меня спрашивает, я Джереми преследую? Да это вроде как он все за мной не отстает. Так, ну что? А, да, нечаянно не ту кнопочку нажал. Блин, фары забыл включить. А, вроде я включал. Да бог с ним, с этими фары. Я что, разве... Я ведь не ради деньгов тут работаю. Джереми, давай, едь. Блин, как ты меня. Меня же опять разозлишь. Джереми мой раздражитель. Кстати, этого Давида я везу. У него сейчас здоровье кончится. Ну, не знаю, я его везу в Лас-Вентурас. Все правильно, город-то. А вот куда дальше тебя? Где здесь такси? Вот здесь где такси, я не знаю. Сан-Фьера знаю. А может тоже, как и там, у этого. На вокзал Лас-Вентураса. Вокзал Лас-Вентураса. А вокзал Лас-Вентураса знаю где. Это надо ехать сейчас вот так. Нет, вокзал тоже не помню где. Кстати, вон там дома есть свободные. Но у меня денег тут немного. Да и далеко Лас-Вентурас. Не хочу я здесь жить. Скажите, разве не здесь вокзал Лас-Вентураса? Вот, по-моему, здание вокзала.
если я ничего не путаю. Все, спасибо, что подвез. Удачи тебе. Ну, слава богу. Окей. Окей. Так, ладно. Так, ну а что мне делать? А мне надо опять машину менять. И, кстати, я тогда сейчас заодно и выясню, правильно я думал или неправильно. А, кстати, подождите. Точно. Он ведь искал такси. И, по-моему, там вот на этом вокзале есть такси. Если я ничего не путаю. Мне тоже сюда надо, парень. Я тебя высадил. Это понятно. Но мне тоже... Вот, точно. Точно, точно, точно. Вот где есть такси. Это я вспомнил. Бросаем эту машину. Берем другую. Джереми уже здесь. О, машина. Шикарная. Да. Вот, даже не надо ждать, когда там что-то закончится. Опа, новое. Только плати денежки. Плати денежки за аренду и вперед поехал дальше работать. А знаете, мне нравится. Мне, я понимаю, что, может быть, вам это не так интересно, но для меня вот чем проще, тем мне интереснее. Хотя, с другой стороны. Ладно, бог с ним, все интересно. Так, а где мне теперь клиента найти? Кстати, смотрите, как машину эту качает хорошо на рессорах. Так, ладно, поедем не по встречке, поедем правильно. Ну ладно, сейчас посмотрим, где чего, кого найти. Так, вот казино. Может, у казино кто-нибудь? Я думаю, может, там... Нет, там нету. Все правильно, значит, я решил. Так, ну, в казино, я говорю, люди приезжают богатые. Они приезжают на своих машинах. И поэтому здесь таксистов и не бывает. Ой, нет, смотрите, повезло. Какой-то бандит из Гроув. Пуля. На Грув. Ну, понятно, я вижу, что ты из Грув. Окей, отвезем тебя на Грув. Нет вопросов. Видите, как повезло. Бандит попался. Да, не, бандит, наверное, так это будет оскорбительно. Буду говорить по-другому. Член банды на Зеленую Терру, где там я сделаю... А, ну, понятно, что-то... Кого ты собрался там? Какой злой попался мне. Член банды. Не бандит, а член банды. Член организованной преступной группировки. А ты должен им мешать и в меня стрелять. Чай за это получишь. Это он меня приглашает на это. На капт. Ну давайте попробуем. Повоюем. Что-то ему бандиты... плохо сделали, и он, значит, решил им отомстить. Я надеюсь, ты это будешь делать аккуратненько, сидя в такси. Блин, Джереми, ты достал, а? Лево. Да я знаю, что лево. Джереми мешает. Джереми опять меня начинает злить. Так, значит, мы едем... Стоять, стою. Могу даже вот к обочине прижаться. Я думаю, мы поедем с тобой в логово, и там начнем пальбу. Сделал себе оружие из материалов. В ПД. ПД не знаю, что такое. В полицию? Бандит просит отвезти его в полицию. Что-то у тебя, парень, планы меняются прямо на ходу. Ну, поехали в полицию. Что ты там забыл в полиции? Вроде собирался кого-то там... Или ты полицию собрался? Расхреначивать. Вдрызг. Ладно. Какой-то интересный мне попался клиент. Давайте, поехали в полицию. Ну, вот уж в полицию я стрелять точно не буду. Тут парень без меня.
уже. Так, полиция, насколько я помню, сейчас вот за следующим поворотом. Пожалуйста, вот тебе полиция. А, он уже выскочил. Не заметил я. В общем, не получилось. Что-то он передумал. Я думал, сейчас он меня повезет на войну. Ой, а я так не люблю воевать. Я вообще человек мирный, спокойный, дружелюбный. Я даже теперь уже снова не злюсь на Джереми. Никита ко мне сразу сел. Чего там тебе? Ферма. Давайте его на ферму номер один отвезем. Поехали на ферму. Вот человек спокойный. Хочет поработать на сельском хозяйстве, значит. Не то, что там какой-то бандит, который сначала хотел ехать к бандитам, к своим же бандитам. Хотел там им показать Кузькину мать. Но потом вроде как передумал и решил сдаться полиции. Какой интересный сюжет получается. Джереми все меня преследует. А с другой стороны, ребята, без этого Джереми... Блин, он точно достанет меня. Без этого Джереми было бы, может быть, и несколько скучнее. Ладно, пускай ездит. Где он там? Так, а Никиту мы везем... Кстати, я поставил маркер-то на той ферме, но я не уверен, что именно та ферма работает. А какую конкретно ферму ему надо, он мне не сказал. Все-таки изредка проверяю микрофон. Поэтому я, наверное, сейчас буду проезжать мимо фермы 0. Посмотрю, есть ли там народ. Так отвезу его прямо туда. Если нет, значит, повезу на другую ферму. Так, судя, что оттуда едет такси, может, там кто и есть. Ну, по-моему, здесь не работают они. Нет, поедем мы в другую ферму. Отвезу тебя в другую ферму. Как-то хочется, значит, позаботиться о клиенте, чтобы он попал туда, куда хотел. Именно для того, чем собирался заниматься. Он наверняка собирался попасть на ферму, на ту, которая ферма работает. А не просто так на ферму. Но он молчит. Молчит. Никита. Никита, в общем. Тем более у меня на той ферме и стоит этот самый. Сейчас опять он меня врежется. Маркер у меня стоит на той ферме. Кстати, что тут с горючим? Нормально с горючим. Ну что, здесь-то... А здесь тоже никого. Это, может, там работает, на той ферме. Пух. Ну ладно. Удачи тебе, парень, Никита. Может, там другая ферма работает. Так, ну что, куда едем? Куда? Куда поехать? Где поближе клиенты? Что-то Джереми у нас покраснел, красным стал. Вступил в какую-то банду. Подождите, красные это у нас, не знаю, тоже какая-то организованная группировка. Так, а куда же мне съездить? А поеду я туда, откуда все началось. Поеду я в Сан-Фьеро. Поеду я в Сан-Фьеро на вокзал. Там, где... Откуда я начал свой летсплей. Тут, по идее, это самое, наверное, ближнее место, где можно найти клиента сейчас мне. Ну, теперь мне даже проще будет следить за этим Джереми. Он теперь красный. Он на карте отмечен красным маркером. Надпись над ним красная. Хотя, что за ним следить? Он и так все время. И так все время везде. Он меня вот за... Сколько я тут, наверное? Уже, наверное, больше получаса или около получаса я тут, значит, сейчас играю. Он меня ни разу не потерял из виду. Вон настырный. Причем, еще раз повторю, я обычно я захожу около
18.00 по московскому времени. А сегодня я гораздо позже зашел. Ну, у меня я не специально гораздо позже зашел, чтобы Джереми не встретить. Просто у меня действительно были домашние дела. И я втайне надеялся, что тут никто меня, значит, не встретит. Все уже подумают, что дед сегодня не играет. Но нет, Джереми упорный, он дождался. Кстати, упорство – это хорошее качество. Тут главное не переборщить, чтобы упорство не превратилось в упрямство. Так, ну давай, садись. Вот, я остановился перед тобой, Томас. Томас, о, сел Томас. Видите, как сразу, моментом. Куда тебя вести? Ты говори, не молчи. Я пока тут постою. Мэрия. Нормально? Мэрия, так Мэрия. Кстати, сегодня... Тьфу-тьфу, ребята. Чтоб не сглазить. Я еще ни разу не нарвался на полицию. Последние мои два ролика. Хотя нет. Предпоследним-то я сам сдался. Вот. Ну, будем надеяться, что и дальше так произойдет. У меня спокойно все. Тем более, только что отсидел. А вот интересно, да, тоже напишите мне, но это, по-моему, и так должно быть понятно. Вот мне тогда, мне написали, что я когда пришел с повинной, это так всегда делают полицейские, они, если там больше, чем одна звезда, они снимают, значит, весь уровень розыска, тут же дают одну звезду и садят на 10 минут. Но это я понял, делается, чтобы, раз человек пришел с повинной, тогда ему идет скидка на... послабление срока. Вот. И так бы, если бы меня поймали, я бы сидел, значит, эти свои два срока, две звезды. Или там, может, еще бы накинули. А так как я пришел с повинной, значит, мне дают одну звезду. Вот. И отсидел я только 10 минут. А если бы, значит, было две звезды, значит, сидел бы 20 минут. Правильно я понимаю? А три звезды, значит, полчаса бы я сидел бы там в тюрьме. По-моему, да. По-моему, я все правильно понимаю в этом смысле. Так, сейчас я не поеду по тому туннелю. Поеду я, как обычно. Томас сидит. Ментоне. Ух ты, какой-то взрыв произошел на заправке. Кстати, хороший он онлайн здесь. Забыл я вам показать сразу. Ну, в принципе, довольно оживленный сегодня сервер. Но это сервер номер 2. Кстати, я вот когда захожу в последнее время сюда, на EvolveRP, на второй сервер, я всегда смотрю, на первом сервере сейчас онлайн еще больше. Там почти полный. Здесь нет, здесь где-то около 600 человек. Не могу я стоять, у меня клиент сидит, я его везу. Я ему обещал довезти его до мэрии, и я его сейчас довезу до мэрии. Ну вот. Не довез я его до мэрии. Печально. А может, тот бомжик еще там стоит? А куда ему деваться? Вот двое бегут. Давайте до фермы довезу. Ведь наверняка в ферму бежите. Садись, народ. Давай, вдвоем. Давай, куда? Блин, и на второго открылось. Ферма 0. Понятно. На ферму, бро. Ферму, братан. Тут вот еще где-то один был. Или он уже это, добежал до фермы? Или это один из них? Ну, нету, по крайней мере. Тут один стоял, под колеса мне прыгал. Видите, как? Какой динамичный сегодня у деда ролик получается. То один клиент, то другой. То одна история, история про бандита. То история про бомжей, которые хотят поработать на ферме номер 0. И по всему, значит, моему летсплею красной нитью идет история Джереми Харрисона. Что-то здесь народу много, но, по-моему, работы здесь нет. Ну ладно. Двух братьев отвез. Два брата-акробата. Один лом, другой лопата.
Ну что, ребята, наверное, буду я заканчивать свой ролик на сегодня. Вот. Не надо мне писать, ребята, в личку, в комментариях, что дед, тебе стало скучно смотреть, что ты работаешь только таксистом. Ребята, кому скучно, не смотрите, я ведь никого не заставляю. Есть очень много ютуберов, которые поинтереснее меня делают летсплеи. Я не претендую на звание лучшего ютубера по сампу. Я играю, просто я который раз уже повторяю, я играю в свое удовольствие. Как я и раньше играл. Единственная разница, что теперь вот этим своим удовольствием, вот этой своей, как я это делаю, я делюсь с вами. Вот и все. Больше ничего. Поэтому я буду сейчас заканчивать свой ролик. Так вот, я сегодня поездил, поиграл. А, кстати, хочу вам еще кое-что спросить. Еще один вопрос у деда есть. И кто досмотрит этот мой летсплей до конца, значит, вернее, не так скажу. Тот, кто ответит на этот мой вопрос, я буду знать, что он действительно досмотрел этот ролик до конца. Так сказать, контрольный вопрос. Вопрос не по игре, не по сампу. Я вам говорил уже, что у меня есть FIFA 18, что я ее очень, она мне нравится, я в нее много играю сейчас. Вот. А в пятницу у меня будет как бы свободный день, свободный вечер. Мне не надо будет здесь играть по сампу. И я думаю, я еще не решил, но есть у меня мысль сделать стрим. Стрим в пятницу есть у меня мысль сделать по FIFA 18. Вот. И я думаю еще, думаю, делать его или нет. Вот. И если делать, то что мне делать? Как я играю, допустим, онлайн. Онлайн я еще не играл ни разу. Поэтому я боюсь даже онлайн играть. Как показать, или как показать, как я играю офлайн с компом. Или показать, как я начну, допустим, играть историю Алекса Хантера. Вот. Вообще, делать ли мне стрим? Придете ли вы на него? Вот. Ответьте мне на этот вопрос. Вообще, я хотел бы начать историю Алекса Хантера. Я еще не начинал ее даже. Но если делать полностью историю Алекса Хантера на стримах, это займет столько времени, а времени у меня свободного нет. Ну, хотя бы, может, просто начало показать, как бы я вот, как я играю, начинаю играть за Алекса Хантера. Причем сюжет, весь этот сюжет Алекса Хантера я знаю уже практически наизусть, потому что я пересмотрел кучу роликов от знаменитых ютуберов. Вот. Крутых. И если кого интересует, значит, действительно, этот самый сюжет, можете его найти в ютубе. Очень много роликов по истории Алекса Хантера. Ну все, а я, значит, иду туда, откуда я начал. Это мой дом. Живу я на вокзале. Вот. Помните, как Чебурашка жил в телефонной будке, а я живу вот на вокзале. Все, ребята, на этом я с вами прощаюсь. До завтра. Завтра мы еще играем на Аризоне. Вот. Так что давайте до завтра. Всем пока. До завтра. И не забывайте про мои вопросы. Пока.